І нагадаю, що раніше СБУ перехопили переговори одного із лідерів донецьких сепаратистів із московським патроном. Голова російського ультранаціоналістичного руху «Російське національне єдинство» дає вказівки не проводити голосування, а намалювати 100% результат. Пропонуємо послухати цю розмову ще раз. Я зміняю на этого числа референдум, потому что он не проведется. Его невозможно будет законно провести. Просто невозможно. Пока эти здесь. Дим, отменять нельзя никак. Получится, что вы испугались, понимаешь? Нет, не испугались. Просто мы его не проведем. Нас не готово. Да вы в партии все что угодно. Напишите, что 99%. Вы сейчас дети, будете ходить бумажку собирать. Что ли? Все, я понял. Ну пишите, что 89% за Донецкую республику. Все, я понял. Только вопросы о Донецкой республике, больше ничего. Да.